У меня тут модель оголодала. Вообще, жесть какая-то. А толстая примеряется прыгнуть. Зараза какая-то, а! Солнце, возьми орешек. Она за орешком пришла. Злодейка какая. Побежали. А модель прямо голодала. Это я даже не ожидал. Ты чего, модель? Она прямо я не знаю. Я сначала подумал, что она хочет грецкий орех дал я. А оказывается, вот хвостом так нельзя сидеть. Солнце. Тебе орешки, тебе. И еще одна белка. Оголодавшие белки здесь бегают. Чуть-чуть подвинуть. Я шел, тут сидела на кормушке, сидела белка и ела. Модель, ты какая-то оголодавшая. Не, буквально она... Солнце. Солнце. Красотуля, ты неправильно сидишь, да. Да, я тебя все равно поглажу, солнце. Все равно я тебя поглажу. Красотуля. Да у меня есть что белкам дать. Это же белкам, белка пошла пить. Белки оголодавшие какие-то. Надо сейчас их покормить всех будет. Ну-ка. Солнце. Солнце. Дикая белка. Я говорю, дикая белка. Я хотел грецкий орех чищенный дать белке. Конечно же. А как же? Ну ладно. Все, пойду их. Покормлю белочек. Голубь уже, кстати, ждет. Я, говорит, жду уже там. А орехов-то все нет. Это что такое? Ну все, такое видео. Главное, толстый прибежал, надо же. Все.